вообще ненормальная. Дегтяренко Ольга Васильевна. На каком основании вы... Вы не офицер, вы... Всем привет, дамы и господа. Сегодня я просто взбешен после того, как увидел этот ролик, там, где в Днепре барышня, это полицейский Дегтяренко, задувает газом проезжающих мотоциклистов. Был мотопробег, и она задувала газом. Еще бегала там что-то, их снимала бодикамерой своей. Ну, для начала давайте посмотрим, как это было. Не знаю. Что, что вы делаете? Делайте! Отойди от меня, ты что не меня? Что вы хотите? Объезжай, Маша, объезжай справа. Объезжай быстрее. Вы вообще ненормальная. Дегтяренко Ольга Васильевна. На каком основании вы... Вы не офицер, вы... Полный ролик можете посмотреть по ссылке, которая будет в описании. Там еще много чего интересного, особенно ее общение. Я, честно говоря, не понимаю, насколько нужно быть глупым человеком, чтобы не уметь просто взять и прочитать закон. В законе я уже неоднократно про этот газовый баллон говорил. Есть же четкое определение, когда он может использоваться полицейским. Ну, во-первых, для отражения нападения на полицейского, либо на охраняемый объект, либо в случае массовых беспорядков. А это едет колонна, она дует газом в лицо мотоциклистам, тем самым подвергает опасности здоровья и жизни этих людей и их пассажиров. Это, блин, безумие какое-то. Ребята из Днепра, я так понял, раскопали еще ее послужной список. Так она с 2005 года уже в системе МВД. Она там и училась, и служила, и помощником следователя была, и юристом работала. У нее высшее юридическое образование, и она вот такое вот чудит и утверждает, что она полицейский и что она офицер. Какой ты нахрен офицер? Я не пойму, как это можно такое делать и с улыбкой потом рассказывать. Просто какой-то бред и безумие. Фух, выговорил, Саш, как-то легче стало. Короче, ребята, я со своей стороны однозначно пишу заявление в управление патрульной полиции города Днепра о том, что я стал, скажем так, очевидцем этих ее действий, увидел это все в интернете. А кроме этого, это заявление, шаблон, я приложу к этому ролику. И все, кто захочет, скачают его и сделают то же самое. Отправят в управление патрульной полиции Днепра заявление на эту барышню Дегтяренко. Она должна быть с позором уволена из органов. И она просто обязана понести ответственность, вплоть до уголовной. То, что там она девушка, не девушка, какая разница для... Определение полицейского, нет понятия, девушка там, не девушка, я не знаю. 12 лет, вот это просто не укладывается в голове. Это не какой-то зеленый селфи-коп, который просто с улицы пришел и давай там чудить, мочить. Человек с опытом работы в органах, с образованием, уже с большим жизненным опытом. 34 года человеку, она почти практически моя ровесница. А в голове пусто, реально пусто, либо насрано. Я не знаю, что там в этой голове. Но этот человек не должен служить в полиции. Он не, просто не может там служить. Он не обладает теми качествами, которые позволяют служить в полиции. Ну все, на этом все. Смотрим оригинальный ролик по ссылке внизу.
И отправляем заявление в управление патрульной полиции. Ссылка на скачивание заявления тоже будет внизу. Все, пока.